В ближайший четверг, 7 августа, состоится донорская акция. Все желающие могут прийти в здание Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Православная служба милосердия приглашает не только доноров со стажем, но и тех, для кого это будет впервые. Как заявила Галина Алиашенская, координатор добровольцев службы милосердия и один из организаторов акции, чем больше людей примут участие в акции, тем больше шансов у пациентов гематологического центра выжить после сеансов химиотерапии. На сегодня в гематологическом центре проходит лечение примерно 300 пациентов, которые нуждаются в донорской крови. 46 из них кровь требуется срочно. Предварительная запись уже открыта, и вы можете записаться по номеру 8-495-542-0000 и 8-925-717-94-50. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Акция будет проходить 7 августа с 9 утра до 13 часов по адресу Москва, улица Николаимская, дом 57, строение 7, ближайшая станция метро Римская. Это реальная возможность помочь находящимся в сложной жизненной ситуации больным людям. Летом доноров особенно не хватает, и ваша кровь им жизненно необходима.